преддверии Нового года жители села Звонарев-Пуд Азовского немецкого национального района получили в подарок современную хоккейную коробку. Площадка универсальная. Она рассчитана как для зимних видов спорта, таких как хоккей и фигурное катание, так и для летних – волейбола и баскетбола. На торжественном открытии присутствовали юные хоккеисты, их родители, а также министр спорта Омской области Дмитрий Грекорянц и глава района Павел Богинский. Строительство хоккейной коробки в селе Звонарев-Куд стало возможным благодаря реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Здесь действительно нужен был какой-то вот такой спортивный объект, который бы помог в реализации не только вот высокопарного национального проекта, да, а просто дал людям новые возможности, новые условия для занятия спортом, новые какие-то ставить перед собой цели, которые можно осуществлять, регулярно занимаясь спортом, регулярно занимаясь физической активностью, потому что именно в этом и заключается тот посыл нашего президента, который был вот в майских указах. Конечно, у нас с хоккеем есть проблемы, потому что действительно таких площадок у нас не так уж и много. Это кроме райцентра, это уже третья площадка, которая появилась на территории района. Я очень благодарен правительству Российской Федерации, правительству Омской области, губернатору, министру спорта, министру сельского хозяйства, всем, кто делает эту жизнь лучше. Сразу же после открытия на спортивной площадке началась хоккейная разминка. Тренер детской спортивной школы уверен, с появлением нового льда в селе шансы на победу в региональном турнире у местной хоккейной команды увеличатся. Взять даже нашу взрослую команду. В этом году мы вышли из третьей во вторую группу. И в январе месяце, начало там февраля, мы будем стараться проявить себя в очередном туре во второй группе уже и пытаться выйти в первую. После хоккейной тренировки на площадку вышли мальчишки и девчонки разных возрастов. И даже те, кто никогда не стоял на коньках, не смогли упустить возможность прокатиться по новому льду в числе первых. Мне нравится коробка, мне нравится кататься. Жители села Звонарев-Куд раньше вели активный образ жизни, а теперь заниматься физкультурой и спортом они будут на новой спортивной площадке, главные плюсы которой – высокое качество, многофункциональность и доступность.